Приветствую вас, дорогие подписчики и зрители канала, с вами Вампир, и я продолжаю проходить игру под названием Skyrim. Ну что, сегодня мы продолжим проходить вот этот квест. Как вы помните, мы на нем застряли, я не знал, что делать. Но на днях написал подписчик моего канала, то есть оставил комментарий, объяснил, что делать в этом задании. Все прям разъяснил, все четко так прям расписал. И спасибо тебе большое, я тебе очень благодарен, потому что я бы, наверное, не знал, что делать в этой ситуации. Ну что, давайте теперь продолжим это задание проходить. Так, для начала мы должны забрать последний осколок, он находится вот тут. Надеюсь, его никто не охраняет. Так, это, как понимаю, пусто. А где осколок? А, вот он. На шаг впереди меня. Это последний, не так ли? Время почти настало. Встретимся у кузницы. Итак, а вот кузница находится... Сейчас. Кузница у нас находится где-то... Ну, около вот этого города, по идее. Сейчас будем искать. Так, Тенериф, иди сюда. Ну, я честно не знаю, где это находится, но я надеюсь, где-нибудь в той стороне. А, вот, наверное, вон он уже виднеется, щит. Вот туда нам и нужно. Блин, тут волки повсюду. И дракон. Ну давайте сразимся. Почему бы и нет? Меня кто-то атакует сзади. Он пошел. Так, деньги, стрелы и клинки назад надо поставить. Вон, видимо, куда нам нужно. Давай быстрее, свою душу. Ой, там... Да как ты меня увидел? Ванг, блин. Сюда! Ты какой крутой, а? Так, 43-е. Замечательно. Ну вот мы и прибыли. Куда нам нужно? Так, погоди, тут сундук у тебя, я гляжу. Хотя, погодите, сейчас уровень повысим.
Запас сил. Так, и где кузнечное дело? Все, наконец-то. Драконьи доспехи. Вот теперь мы можем сделать лук. Но в этой серии я его не буду делать. В следующей сделаю его при вас. Трепон, мать. Так, ну что, давай. Что надо делать? Получилось! И осколки у тебя. Да, они у меня. Что теперь? Взгляни на это устройство. Центральная шестерня, похоже, нужного размера. Попробуй вставить осколки и посмотрим, что получится. Чуть значит. Попробуй взять это. Что? Назад, скорее! Какого? Это все правда? Скорее, пойдем, посмотрим. Ну, погнали. Заняло больше времени, чем обычно. Насколько мы глубоко? Так, погоди, тут сундук. Зараза. Хрень одна. Ничего себе. Прям необычное какое-то место. Здесь никого не было 4000 лет. Да поэтому, кстати, видно, что тут никого не было. Так, видимо, опять что ли какая-то загадка? Или что? Ты понимаешь, сколько этих сундуков здесь, а? Один бред, блин. Дверь заперта. Готова поспорить. Терезонаты раскроют ее. Понял. Не попал. Так, погоди, а что тут? Сундук вон вижу. Но есть ли смысл его открывать? Тем более эксперт. Ай, блин, одна хрень. Ничего полезного. Ты чё полезла? Пошли уже. Другой какой-то, словно... Ого, меня аж подлагнуло.
Похоже на то. Фу. Попробуем избавиться от пары и посмотреть получше. Чего? Ваш питомец отправился домой? Чё за угар? Эй, это что за... Пауки, это нам по силам. Вперёд! Да без проблем. Я не пойму. Ух ты. Ух, япономать, что так много-то? Перекрыть вентиль. Так я же нажал. Вот, теперь нажал. Ну, я думаю, ты справишься. Живучие. О, боги. Так, ну, ух ты. Да это чё? Хрень. Справимся сейчас. Так, эбонитовые стрелы. Все, больше нечего с него взять. Чего? А как мне пользоваться этой кузницей? Просто не верится. Мы это сделали. На самом деле. Теперь остается лишь одно. Нужно доказать, что перед нами настоящая кузница Этерия, и она работает. Как мы это сделаем? Мы выкуем что-нибудь, конечно же. Вперед. После всех твоих трудов эта честь принадлежит тебе. Выкуем? Из чего? Здесь что, не осталось Этерия? Вот проклятье. Стой. Да, есть. Осколки, которые мы нашли, они же из чистого Этерия, верно? Их должно хватить. Итак, у нас есть осколки, и в этой комнате полно материалов. У нас есть все, что нужно. Ты думаешь, здесь есть еще и Терри? Не знаю, честное слово. Чудо, что хоть что-то осталось. Ведь столько лет прошло. Попробуй найти. Возможно, это единственный шанс воспользоваться кузницей. Так, ладно, давайте. Ух ты, лава. Давайте осмотримся тут для начала. Так, тут тупик. Посмотрим, что с той стороны. Тут, видимо, тоже тупик. Я понимаю, да? Да, так и есть.
Не знаю, давайте что-нибудь попробуем. Вот что можно тут. Блин. Так, надо слитки взять. Что там надо? Вот, надо сначала решить, что мы будем ковать. Ну, щит я нафиг мне не нужен. Посох тоже. Ну, корон давайте. Но опять же, я таскать тоже не буду. Так, два сапфира. Два слитка, две мерзких. И два золотых. Так, ладно, все. Все, давайте вот этому лучше корону. Какая красота! Это корона. На большее я не могла и надеяться. И теперь все закончено. Теперь никто не сможет отрицать, что это наши находки. Что теперь? Для меня я сделала все, что собиралась. А ты покажи это миру. Если кто-то спросит, расскажи, что мы обнаружили вместе. Есть здесь еще и Терри. Не знаю, честное слово. Чудо, что хоть что-то осталось. Ведь столько лет прошло. Ладно, спасибо тебе. Я так долго ждала этой минуты. Мы ее нашли. Наконец. Думаю, теперь я могу отдохнуть. Прощай. И удачи тебе, куда бы тебя ни занесла судьба. Ну вот и все, наконец-то мы выполнили этот квест, и теперь, блин, нам валить надо отсюда. Ну, в целом, да. Неплохое такое задание. Ну, корона мне это нафиг не нужна, как и щит, и что там еще был, посох. К большому сожалению, не нужно. Так. Так, извиняюсь. А что это он там светится? Секира. Не, секирой я точно не пользуюсь. Так, ну и сейчас продолжим ходить по другим локациям, где мы не были. Так вот, как всегда, я времени засек, блин. Ну ладно, я думаю, в пару локаций мы сходим и я серию закончу. Так. Давайте вот сюда переместимся. По той причине я там много локаций видел, неизученных. Так, вот, допустим, какие-то две мерзкие руины.
Вроде бы никого и нету тут. Здрасте. Ты, ебаный мой, ты чё, обалдел, что ли? Одержимый, блин. Я охренел. Да вы обалдели. Я такой первый раз вижу вообще в Скайриме. Они... Ты меня не убьешь, а заблюешь вот этой хренью своей. Охренеть, я офигел, блин. Чуть с ними. Они все ходят, блюют. Ладно. Что-то уже заинтересовало меня это задание какое-то, оно немножко странное. Вернее, не задание, а вот эта локация. Так, нам, видимо, вон туда. Так, сейчас посмотрим, что наверху. Блин, тут дверь какая-то. Нужен ключ, а у меня его нету. Так, ладно, видимо, вниз. Блин, разобьюсь, наверное. Нормальный, ори. Что? В чем эта дверь вообще? А как мне открыть это? Очень интересно. Я не знаю, как открыть вот эту вот дверь. Что-то очень странно как-то. Может попробовать домой сходить? Давайте попробуем. Там просто был этот... Крапивник, может, он поможет. Хотя вряд ли. Этот меч именно был для квеста. Вряд ли он подойдет сюда. Но все-таки, я думаю, попробовать надо. Так, вот он, крапивник. Надо куда-нибудь эту выложить, корону, потом что-нибудь с ней придумаю. Где она есть? Что тебе нужно, мой Тан? Так, мне ничего не надо. Мне надо понять, как открыть дверь эту. Может, как-то сжечь, что ли, я не знаю. Вообще не знаю. Я вообще вот таких людей никогда в Скайриме не встречал, чтобы они ходили тут, блевали. Теперь давайте попробую, но вряд ли, я уверен. Так, ну это, как понимаю, ловушка будет работать, да? Угу, не просто на всякий случай. Проверил.
Так, ну давайте попробуем. Да, ну вообще ни в какую. Не, бесполезно. Хорошо, так, тогда в помощь магию давай. Пламя, допустим. Не. А, кстати, горят. Или мне кажется. Да, это дерьмо горит, но толку мало. Не, бесполезно. Можешь подморожение попробовать. Не. Я не знаю, как открыть эту дверь. Так что, ну мы еще вернемся сюда. Надо вот только не забыть это место. Когда поймем. Но я пока не понимаю, как. Погодите. А, это просто выделяется так. Ну, очень какое-то странное место. Так, ладно, давайте вон туда пойдем. Погоди, может, у вас что-нибудь есть? Да, ну, вряд ли, я думаю. Вон туда давайте пойдем. Там, по идее, изгои. Ой, ты что стоишь тут? Блин, магию нафиг. Там вообще он какой-то алтарь, что ли? Это потом туда сходим. Да-да-да, это изгои. Чё-то никого нет. Где все? Погоди, а у них вон там, видимо, вход, да? Так, вон, давайте зайдем тогда. Что-то было. Даже. Что за бред? А что они со мной не воюют вообще? Слава изгоям! Погоди, это. Я с вами что ли сбежал в тот раз? Да, это те изгои, с которыми я сбежал из Маркарта, вроде бы. Предел снова будет нашим. Предел снова будет нашим. А по лбу не хочешь? Не надо так делать. А может надо? Эй,
чуть осторожнее. Ладно, хрен с ними. Воевать с ними здесь все равно нельзя. Ну, то есть можно, но... То есть я их буду бить, а они меня нет. Ну в чем прикол-то? Все это, да? Японмаль, ты чё? Чё? Чё это было? Он... У них тут и коза еще немножко это... Обкуренная какая-то. Летает на воздухе. Так, тогда я вон ту пещеру лучше пойду. За пещеру, даже интересно. Давай. Ты чё? Вечерняя пещера, блин. Какое-то странное название. Да тут, кстати, чуть темновато. Вот это вот правда. И звуки довольно странные. Нифига не вижу. Я вообще нифига не вижу. Че за... А, видимо, я отсюда выйду потом. Чё-то не пойму, куда идти-то. Так, нет, мне это нафиг не надо. Куда идти, не пойму. Вернее, не вижу вообще, блин. Видимо, это все, вся пещера. Как я понял. Так, дайте, бля! Ебану мать! Какого хрена я упал? Воу! Какого вообще хрена? Обалдеть. Воу-воу-воу, что происходит? А, я отравлен. Охренеть, вот это было круто на самом деле. Прям так неожиданно. Иду назад уже, ухожу, блин, и падаю. Почему в первый раз не сломалось? Вот это странно. Но это круто. Давай, слази. Вот только вот минус здесь, это темно, капец как, я с трудом. Ой, там что-то какой-то он огромный, я лучше луком.
Блин, может реально факел взять, а? Я нифига просто не вижу. Так, добавлен факел. Так. А во вторую руку я возьму... Во, самый раз. Во, хоть теперь я хоть что-то вижу, блин, а? Надо было так сразу. А то мучился, пытался что-то разглядеть. Ой, да тут костер. Бретонка. Ну-ка, давайте почитаем. Понятно все с вами. Так, стальные болты. Вот тут они типа жили, как понял, да? Куда идти-то, я вот не пойму. Тут можно и вниз, и вот вверх. Ух ты. А тут, видимо... Да нет, вроде бы пока что не тупик, есть куда идти. А, это выход. Это выход. А что это такое светится? А, это мох, что ли? Все, короче, давайте теперь в ту сторону сходим, посмотрим, что там. Опять, блин. А, не. Все равно к одному возвращаемся вроде бы. Только что-то вообще никого нету. Я уже сколько иду. Никого нет. Тролли, блин. Но с ними, я думаю, и так справимся. Хотя вряд ли. Харчили тут они. Видимо, сестру ее. Вон. В письме там говорилось просто про сестру какую-то. Я вот как понимаю, это и есть. Ну все, я гляжу, тут особо делать нечего. Ничего себе. Ни хрена себе, я уже уходить хотел, а тут... Прям какой-то алтарь. Святилище.
что ты прыгаешь. Ничего тут нельзя сделать, не? Тогда очень жаль, что нельзя. Хотя тут еще куда-то ведет проход. Обалдеть, а? Ага, и это нас все равно привело назад, понятно. Ну, в целом, такая прям неплохая пещера, мне понравилась. Хоть и особо тут делать нечего, честно говоря. Но прикольно получилось. Особенно, когда упал. Прям не ожидал. Так, что-то я это... А, вот все, вот он выход. Ну и давайте, я думаю, закончим на этом серию. Надеюсь, вам понравилась эта серия. Ждите продолжения, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии. Ну и всем удачи. Всем пока.